удалось установить, что в принципе-то никаких опасностей от целлюлита нет. Но вот нарушение крови, кровотока именно, да, и лимфообращения может привести к определенным началам каких-либо неправильных дисфункций в организме. Далее, самое страшное – это эстетический дискомфорт, потому что мало кто говорит о там, своих бедрах, что они полные, чаще всего говорят о том, что они в целлюлите. И иногда при нестабильной психике пациенты могут впадать в депрессии, которые ведут к психоэмоциональным таким нервно-психологическим расстройствам, как анорексия и булимия.